Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. И сегодня приглашаю вас связать вместе со мной вот такие шикарные ботиночки. Смотрите, какие они красивые, ну просто привлекают, притягивают взгляд. Давайте вместе с вами свяжем. Записала для вас очень подробный мастер-класс. Вяжутся они несложно и быстро. Все материалы, друзья, и мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатны. Поэтому, пожалуйста, если вы сейчас смотрите это видео, не подписавшись на канал, подпишитесь, нажмите на кнопочку «Подписаться», нажмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите видео, которые будут выходить на этом канале. А также поставьте лайк и напишите, пожалуйста, свой комментарий. Ну, а мы начинаем мастер-класс. Сначала инструменты. Что нам будет нужно? Подошва. Вот такая у меня подошва. Небольшой каблучок. Она очень прочная, довольно устойчивая. 36 размер. И очень, в общем-то, удобно будет в ней, я думаю, ходить. Пряжа. Пряжа у меня Катя Менфис. 100% коттон. Здесь у меня 240 грамм, 240 метров на 100 граммов. Очень красивый такой цвет, яркий. Крючок 2,5 и начинаем вязать вот отсюда. Смотрите, вот где у нас пяточка подходит практически к переду. Вот от центра подошвы. Я отсчитала 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 отверстий. Отверстия пробиты на расстоянии 1 сантиметр друг от друга. И в каждое отверстие я буду провязывать сейчас по 3 петли. Значит, 13 на 3, 39 петель от центральной части подошвы. Я вперед двигаюсь на 13 отверстий. Вот отсюда я начинаю обвязку. В первое отверстие провязываю один столбик без накида. И начиная со следующего, по 3 столбика без накида в каждое отверстие. Пряжа, она не толстая, ну и не тонкая. Очень как раз подходящая под такие ботиночки. Крючок. Я взяла 2,5, но потом все-таки поменяла, попробовала, так что я вяжу крючком 2,25. Вот мне кажется, более плотно получается, более красиво. В каждое отверстие провязываю по 3 столбика без накида. Сейчас мы делаем обвязку подошвы. Установочный ряд, к которому потом будет крепиться само изделие. 3 столбика, я думаю, что вы справитесь без проблем в каждое отверстие. И вяжем такую обвязку по кругу. Вот так. Три. Вот этот конец нити, который у нас был, мы его ввязали сюда, чтобы его не обрезать. Сейчас вот здесь вот совсем маленький остался хвостик. Вот его я потом обрежу. 3 столбика без накида в каждое отверстие. Вот так по кругу двигаемся сюда до конца ряда. И в конце ряда последнее отверстие 3 провязали. И вот у нас где было 1 столбик без накида, я довязываю 2. Маркер на той стороне я оставила. Он нам пригодится. Фиксируем 13 отверстий справа и 13 отверстий слева маркерами. Теперь соединительный столбик, воздушная петля подъема. Разворачиваемся на изнаночную сторону и в обратном порядке начинаем двигаться по кругу. Вяжем столбики без накида в эту сторону. Вот таким образом в каждую петелечку ряда обвязки подошвы провязываем столбики без накида и доходим до конца ряда. Вот мы этот ряд заканчиваем. Здесь у нас последние столбики без накида.
Дальше в первую петлю соединительный столбик, воздушная петля подъема, разворачиваемся и теперь следующий ряд начинаем вязать в сторону пятки. Вяжем. Вот здесь у нас получилось два ряда, поэтому вяжем вот первая петля, первый столбик из петли предыдущего ряда, следующий опускаемся на ряд ниже. Опять из петли предыдущего ряда столбик, затем во второй ряд опускаемся на ряд ниже и тоже столбик без накида. Чередуем из петли предыдущего ряда столбик без накида и из петли на ряд ниже. Вот таким образом мы провязываем весь ряд по кругу, чередуя столбики длинные и короткие. Сейчас ближе покажу. Вот столбик из петли предыдущего ряда, как обычно мы вяжем, да, провязываем. А следующий на ряд ниже, вот сюда. Туда, где у нас был установочный ряд. Снова из петли предыдущего ряда. И опять на ряд ниже. Вот таким образом мы провязываем весь ряд. Предыдущий ряд на ряд ниже. Двигаемся по кругу до конца ряда. В конце ряда довязываем по рисунку. Вот тут у нас из петли на ряд ниже столбик. И из петли предыдущего ряда. Вот мы заканчиваем ряд. В первую петлю соединительный столбик, воздушная петля подъема. Разворачиваемся на изнаночную сторону, вяжем изнаночный ряд. Со второй петли от крючка столбики без накида по всей окружности. Каждую петельку провязываем столбик без накида. Все из петель предыдущего ряда. То есть здесь мы никакой узор не делаем, просто провязываем столбики без накида. Двигаемся опять вот в начало ряда и провязываем таких вот 1, 2, 3, 4 ряда. Четвертый ряд заканчиваем. У нас получается вот такой бортик. Лицевые вяжем, чередуя длинные короткие столбики. Изнаночные просто столбики без накида. Нить здесь обрезаем в конце ряда. И вот у нас получилась такая основа. Значит, смотрите, здесь что важно. Если подъем у вас очень высокий, провяжите еще два ряда, изнаночный и лицевой. Если у вас ножка тоненькая и подъем совсем невысокий, то значит можно на два ряда меньше провязать. Ну вот на нормальную ножку вот такой у меня 4 ряда, то есть 8 рядов всего. 4 изнаночных, 4 лицевых. Так, вот здесь у меня 13 было... 13 отверстий я поставила вот между 13 и 14 маркер. Вот отсюда я сейчас начну вязать следующий ряд. Берем, провязываем, привязываемся вот сюда к боковой части. Вяжем столбики без накида по изнаночной стороне, ввязывая одновременно вот этот конец нити, который мы начинали вязать. Вязать будем туда до той стороны, тоже заканчиваем между 13 и 14, там, где мы закончили ряд прошлый. Поэтому вяжем сейчас столбики без накида. Узор будет продолжаться точно такой. Мы по изнаночной стороне будем вязать столбики без накида, а по лицевой стороне чередовать будем длинные и короткие столбики. У нас такой будет получаться узорчик. Довязываем вот сюда, где у нас начинался ряд.
Доходим сюда, провязываем последние столбики без накида. Вот у нас последняя петля. Сюда провязываем столбик без накида, разворачиваемся. Вот и начинаем вязать уже чередованием коротких и длинных столбиков. Вот та нить, конец, которую мы обрезали, мы сейчас ее сюда спрячем сразу. И вяжем вот здесь у нас со второй петли от крючка над длинным столбиком вяжем длинный, над коротким короткий. Вот так у нас получается очень красивый, симпатичный узор. Такие клеточки как бы, но он довольно плотный, хороший, для ботиночек подходит. Провязываем этот ряд. Вяжем на ту сторону до начала ряда. Вот так. Довязываем сюда, до последней петельки. Вот у нас последняя петля. По рисунку двигаемся. Теперь делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и пропускаем первую петлю. Со второй петли от крючка начинаем вязать изнаночный ряд. Провязываем весь ряд изнаночными петлями, изнаночные петли столбиками без накида. Вот так, со второй петли от крючка мы все время будем начинать ряд. И здесь тоже мы заканчиваем на последней, двигаемся наверх. Поднимаем высоту пяточки. По нижнему бортику получилось 4 ряда, то есть 8 лицевых, 8 изнаночных. И по верхнему 7 лицевых и 7 изнаночных рядов. Всего получилось нижний бортик 8 рядов, а верхний 14. Теперь находим середину переда, вот здесь центральную петлю. Так, от центральной петли отсчитываем вправо 3 петли и в четвертую начинаем вязать. С четвертой петли привязываемся столбиком без накида и набираем цепочку из воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отсчитываем 7 петель, восьмую петлю. Прикрепляемся столбиком без накида. Провязываем еще один столбик без накида. Разворачиваемся на изнаночную сторону. И начинаем обвязывать эту цепочку столбиками без накида. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Цепочка была из 6 воздушных петель. 7 провязываем. Теперь боковой части раз, присоединились. И еще 3 столбика без накида. 2, 3. Разворачиваемся. Теперь набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в центр, вот здесь у нас 7 было этих столбиков без накида. 3 и 3 с этой стороны, и посередине вот в четвертую. В самый центр столбик без накида. 5 воздушных петель. 3. 4, 5. Теперь на боковой части 2 петли пропускаем в третью. Столбик без накида. Еще один столбик без накида.
разворачиваемся и начинаем обвязку вот этих воздушных цепочек. Под первую цепочку сразу начинаем вязать столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь между столбиками, вот здесь, где у нас был столбик без накида, тоже столбик. И под вторую цепочку 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прикрепляемся к боковой части столбик без накида. И еще 3 столбика. 1, 2, 3. Разворачиваемся на лицевую часть. Видите, теперь у нас здесь 2 ячейки получилось. Воздушные петли 3, 4, 5. И вот в середину первой арочки столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В середину второй столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. 2 петли пропустили в третью. Столбик без накида. И еще один дополнительный столбик без накида. Разворачиваемся. Теперь у нас 3 арочки будет уже в третьем ряду. И отсюда мы начинаем под каждую арочку провязывать по 5 столбиков без накида. И между ними, между арочками, столбик без накида. Провязали между арочками столбик без накида. Переходим на вторую. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Между арочками столбик без накида. Снова 1. 2 под третью арку, 3, 4, 5. Присоединяемся столбиком без накида в боковой части и провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Разворачиваемся. И продолжаем точно так вязать. Начинаем вязать в середину каждой арочки, делаем 5 воздушных петель и присоединяемся в середину каждой арочки. Назад вяжем обвязку. Вот такой у нас получается узор. Он довольно простой. Доходим вот сюда, где у нас поднимается. У нас все время было увеличение арочек, и теперь мы вот сюда присоединяемся точно так же. Идем не по боковой части уже, а вот сюда наверх двигаемся. Провязываем столбики без накида. Разворачиваемся. Делаем 5 воздушных петель. И вот здесь внимательно смотрите, уже на подъеме мы присоединяемся не в середину первой арки, а вот сюда в середину второй арки. То есть мы просто здесь пропускаем одну арочку и привязываемся столбиком без накида. Дальше все точно так же до той стороны. 5 воздушных петель. И присоединяемся в середину следующей арочки. То есть все, кроме боковых частей. Здесь мы на боковых частях пропускаем одну арочку.
И тогда у нас получится красивый подъемчик, он будет загинаться. Если мы этого не сделаем, у нас тут просто будет все торчать. Оно не ляжет по ножке. Поэтому продолжаем вязать до конца ряда. И вот в конце ряда прямо со второй арочки мы сразу сюда 2 петли пропускаем и в третью присоединяемся к боковой части. То есть мы последнюю арочку пропустили с этой стороны тоже. Теперь столбик без накида, еще один. Разворачиваемся и делаем обвязку. Точно так по 5 столбиков без накида под каждую арочку, как мы вязали до этого. Продолжаем. Довязываем до конца ряда, вот сюда, до этого угла. Точно так же пропускаем последнюю. Здесь привязываемся к боковой части. Провязываем 3 столбика без накида на вот этой боковой части подъема. Разворачиваемся. И вяжем следующий ряд. 5 воздушных петель. Пропускаем первую арочку и присоединяемся ко второй. Вот таким образом у нас идет здесь подъемчик. Дальше все так же в каждую арочку уже провязываем воздушные петли, присоединяем. В конце ряда также пропускаем последнюю арку, и вот из этой арки сразу же присоединяемся к боковой части. И довязываем так до конца, до верха. Пока мы с вами провязываем этот ряд, хочу попросить вас написать в комментариях, нравится ли вам мастер-класс, нравится ли вам эта модель, как вам цвет, какой цвет хотели бы вы связать для себя обуви. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите тоже их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Итак, мы подходим к концу ряда. Тут у нас 5 воздушных петель. Присоединяемся к середине, к вершине вот этого три, четыре, пять. Теперь у нас арочка предпоследняя. Присоединились, провязываем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, и последнюю арочку пропускаем, сразу присоединяемся, 2 петли пропускаем, в третью столбик без накида, еще один столбик, разворачиваемся. Начинаем вязать следующее. Сейчас мы делаем обвязку, потом вот здесь поднимаемся до верха. Опять же, пропуская боковые петли, боковые арочки, присоединяемся ко вторым. За счет этого у нас очень хороший получается такой подъемчик. Думаю, что обвязку вы справитесь самостоятельно. В конце ряда присоединились столбиками без накида, провязали еще 3 столбика. Получаемся, вот здесь мы на вершине уже сверху, разворачиваемся и вяжем последний ряд. 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Пропускаем первую арочку, во вторую, в середину столбик без накида. Дальше, как обычно, в центре.
центр каждой арочки присоединяемся столбиками без накида. Довязываем до конца и здесь присоединяемся в предпоследнюю петлю. Провязываем столбик еще без накида как раз до верха. Вот мы дошли, также пропускаем последнюю арку. 3, 4, 5 воздушных петель. Эту арку пропустили. Теперь предпоследнюю петлю столбик без накида. В последнюю петлю еще один столбик. Разворачиваемся и делаем обвязку. Каждую арочку обвязываем столбиком без накида и доходим вот до этого угла. Вот мы закончили. Вот так мы здесь обвязали подъемчик. Видите, во вторую арочку прикрепляли с этой стороны. И с этой тоже пропускали одну арочку и прикреплялись во вторую. Вот так. Так, теперь здесь мы продолжаем вязать уже по кругу. Вот делаем воздушную петлю подъема и возвращаемся вот сюда вперед. Вяжем столбики без накида, весь ряд по кругу в каждую петельку. Пропуская вот эту угловую петлю между арочками. В угловую петлю мы не вяжем, а вяжем только петли, из которых у нас сами арочки. Вот так провязываем. Угловую петлю пропускаем между арками и на следующую арочку переходим. Делаем таким образом обвязку до конца ряда, пропуская вот эту угловую петлю. И дальше мы переходим к вывязыванию вот этого верха. Вот такую красивую делаем ремешок застежку. Каким образом мы будем его делать? Значит, набираем петли воздушные. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, набрали цепочку. Теперь отсчитываем три петли. Вот с этой стороны 4, здесь в четвертую петлю тоже вставляем крючок. Делаем 2 накида, вставляем крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Раз, два, три. Вот у нас получилась такая петелька. Теперь набираем дальше воздушные петли. Поближе покажу. Раз, два, три. Теперь раз, два, три, четыре. Делаем 2 накида. И вот здесь вот в четвертую петлю столбик с 2 накидами. Раз, два, три. Набираем цепочку необходимой нам длины. Вот с такими вот петелечками. Раз, два, три. За третью петлю тут держим. Теперь раз, два, три, четыре. 2 накида. И вот в четвертую петлю сюда столбик с 2 накидами. Один накид, второй и третий закрываем. Раз, два, три. Теперь держим третью петлю. Раз, два, три, четыре. 2 накида. В четвертую петлю столбик с 2 накидами. И вот так мы продолжаем вязать столько, сколько нам надо для длины вот этого ремешка. Вот, на всю длину. Замерить надо длину его, какую вам надо, чтобы вот здесь был, заходил один край на другой. И тогда сделать такой длины. Я покажу просто сейчас вот на маленьком образце, чтобы быстрее было понятно. Раз, два,
3, сделали в конце 3 воздушные петли. Теперь 1, 2, 3, делаем 2 накида. И вот в эту первую у нас вот такая первая петелька, провязываем петли, столбики с двумя накидами. 2 столбика. Не довязываете, видите, держите на крючке. 3 столбик, провязываем 1 накид, 2 накид и не закрываем. 3, теперь опять 2 накида, 4 столбик, 1 накид, 2 накид и не закрываем. Теперь все вместе закрыли, столбик без накида, 4 воздушные петли, 2 накида и сюда в эту же петельку провязываем еще 1 столбик с двумя накидами, не закрывая. Второй, 1 накид, 2 накид, держим на крючке петли. 3, 1, 2, держим на крючке. 4 столбик с двумя накидами, 1 накид, 2 накид. И теперь закрываем все эти петли вместе. Делаем общую вершину и столбик без накида. Вот, дальше делаем 2 накида и в следующую петельку провязываем также 2 пары по 4 столбика с двумя накидами с общей вершиной. Второй столбик, 1 накид, 2 накид, держим на крючке. 3 столбик, 1 накид, 2 накид, держим на крючке. 4 столбик, 1 накид, 2 накид и теперь закрываем общую вершину. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4 воздушных петли. Делаем 2 накида и повторяем то же самое. Первый столбик, первый накид, второй не закрываем. 2 накида, первый накид, второй накид, не закрываем. 2 накида, 3 столбик с двумя накидами. И теперь 4. И делаем общую вершину. Все вместе закрыли столбиком без накида. Вот таким образом провязываем всю полоску необходимой длины. Вот, дошли мы до конца. Провязываем последний лепесток из 4 столбика с двумя накидами. И вот здесь у нас есть хвостик. Надо к нему присоединиться. 5 воздушных петель провязываем. И в самую первую петлю, с которой мы начинали набор воздушной цепочки из воздушных петель, провязываем соединительный столбик. Вот, от последнего лепестка 5 воздушных петель соединяем с концом вот этого ремешка. Теперь снова 5 воздушных петель на этой стороне. Мы переходим на другую сторону и будем вязать вторую сторону этих лепестков. То же самое. 2 накида и 4 столбика с двумя накидами с общей вершиной. Первый, второй, третий и четвертый. Провязываем общую вершину. Дальше 3 воздушных петли и заканчиваем до самого конца то же самое. Вот так по 2 лепестка с другой стороны напротив каждых вот этих лепестков с той стороны, где мы их провязали. Замеряем размер, чтобы у нас тут было все нормально, чтобы был зазор. Обязательно для застежки. И когда мы закончили лепестки вязать с обоих сторон, мы делаем обвязку белой нитью.
Я думаю, что это красиво, нить контрастная, белая, она очень хорошо украшает вот этот ремешок на ботиночках. Ну, обвязка очень простая, я думаю, вы справитесь. Здесь столбики без накида под каждую воздушную цепочку, так, чтобы они плотненько располагались. И вот где у нас вершина лепестков, в эту петельку тоже провязываем в каждую столбик без накида. Вот здесь, где вершинка у нас каждого лепестка, вот сюда столбик без накида. И дальше опять под цепочку из воздушных петель. Вот, провязали белую обвязку, потом сверху еще ряд сиреневой нитью. И когда мы этот ряд сиреневой нитью закончили, тоже столбики без накида, обычно даже показывать не буду, потому что это просто по кругу пройти. Последнее, вот здесь мы соединительный столбик провязываем. И теперь нам одну сторону надо выровнять для того, чтобы пришивать потом, привязывать этот ремешок к ботиночку. Поэтому двигаемся вот так соединительными столбиками по окружности, вот тут вокруг первого цветочка, до уголочка, до соединения вот между двух цветочков. Уголочек есть такой у нас. Мы сейчас его будем выравнивать. Провязываем здесь соединительными столбиками. Доходим вот сюда, до этого уголка, и отсюда будем вязать вот до этого уголочка. Вот так. А здесь эти уголочки не провязываем, они будут находить друг на друга. Они не будут привязываться к ботиночку. Поэтому довязываем соединительные столбики. Вот, дошли до уголочка, провязываем здесь полустолбик и начинаем вязать за заднюю стеночку каждой петельки столбик без накида. Вяжем за заднюю стеночку до следующего уголочка. Доходим до петли, которая у нас перед угловой. Вот, перед угловой одна петля, потом угловая и еще одна петля. Три петли. И вяжем их дальше так. Полустолбик. Столбик с одним накидом в угловую. Снова полустолбик. Вот, три петли. Потом в каждом уголочке будем провязывать так. Полустолбик, столбик с одним накидом и полустолбик. Дальше до следующего уголочка двигаемся снова соединительными петлями. Просто столбиками без накида. Извините, заговариваюсь уже. Столбики без накида за заднюю стеночку каждой петли. Двигаемся до следующего уголочка. Наша задача выровнять, сделать ровной одну сторону, и потом мы эту сторону будем пришивать, привязывать к изделию. Вот, дошли до уголочка, полустолбик перед уголочком, в угловую петлю столбик с одним накидом, и за угловой петлей снова полустолбик. И дальше опять двигаемся столбиками без накида за заднюю петельку. Вот так. Будет ровный край у нас, будет легко и красиво пришьется, привяжется к ботиночку. Если край будет вот такой зигзагом, то пришивание будет не очень красиво, оно будет топорщиться. Вот, когда мы закончили, выровняли этот ряд, теперь поворачиваем изнаночной стороной к себе. Прикладываем лицевой стороной к изделию, вот таким образом. И не отрезая нить, сразу же начинаем привязывать вот здесь, с середины. К левому ботинку мы привязываем с левой стороны. Это должна быть внешняя сторона ботинка, пуговка не должна быть внутри, да.
с внутренней стороны, поэтому вот здесь с левой стороны начинаем привязывать. И в каждую петельку нашего ремешка вводим крючок и в петлю на изделии. И просто провязываем вот так столбик без накида. Опять петля от ремешка, петля от изделия, столбик без накида. Вот таким образом. Значит, если опыта у вас еще нет, вы не знаете, насколько вы правильно длину взяли, поэтому прикрепите, может быть, нитью прикрепите по всему, вот, по всему объему этот ремешок или маркерами, чтобы у вас получилось ровное пришивание. И потом вот так по всей окружности пришиваем. Размер должен получиться нормальный. Если правильно вы его замерили, когда набирали воздушную цепочку, ну, я думаю, что да, вы примеряли, смотрели, что по размеру. Если хвостик какой-то окажется чуть-чуть длиннее, например, то ничего страшного, вовнутрь он уйдет, потом его будет не видно, или чуть-чуть короче. Поэтому тут не сильно принципиально. Ну, а если уже более опытные вязальщицы, то вы сделаете все ровненько, получится хорошо. Все, вот так пришиваем, привязываем по всей окружности. У меня длины тут хватит, тут вот пока вот так не видно, но если поднять ее, когда я ее привяжу, она по длине будет сама то, вот так будет заходить один конец на другой. К одному я пришью пуговицу, а на втором вот есть уже отверстие, первая петелька от первого цветочка, которую буду застегивать пуговку. Вот готовое изделие. Не знаю, друзья, как вам, но я просто в восторге. Мне понравились эти ботиночки, понравилась эта моделька вообще. Я даже не ожидала, что она такая красивая получится. Я начинала, не знала еще, что будет и как это будет. Но на самом деле мне очень и очень нравится. Если, друзья, вам это видео понравилось, то, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Я надеюсь, что вы уже подписались на канал, нажали на кнопочку колокольчик, чтобы всегда первыми получать уведомления о новых видео, которые будут выходить на канале, а их будет еще очень много. У меня в голове масса очень интересных моделей еще, будем их вязать с вами. Вот, я надеюсь, что вы не забудете поделиться этим видео в своих пабликах, соцсетях, группах. Напишите обязательно какой-то комментарий. Я их с удовольствием от вас жду. Ну и я думаю, что у вас тоже это все получится, потому что довольно несложная модель, но очень и очень красивая. Желаю вам ровных и красивых петелек и до новых встреч, друзья!